Всем привет! Отпускная пора в самом разгаре, и многие женщины планируют отдых на море. А какое же море без шляпы? Это не только модный аксессуар, но еще и способ защититься от палящего солнца. Некоторые сайты предлагают соломенные женские шляпки по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Шляпа – один из немногих аксессуаров, способных преобразить обычную женщину в элегантную и таинственную незнакомку. Еще 100 лет назад шляпа являлась неизменным атрибутом женского гардероба. Современные женщины на улице в шляпах встречаются нечасто и сразу привлекают внимание. Остроумный Бернард Шоу говорил, женщина способна перемерить множество шляпок и выбрать ту единственную, которая не понравится ее мужу. Как же правильно выбрать женскую шляпу, которая сделает вас неотразимой и понравится мужу? Женщинам маленького роста не рекомендуется носить шляпы с очень широкими полями. В таких шляпах миниатюрная женщина похожа на гриб. Невысоким барышням идут шляпы Федора с высокой тульей в стиле унисекс, а также шляпы-колокол и другие шляпы с небольшими полями. Высоким девушкам, наоборот, идут шляпы с широкими полями, даже выходящими за ширину плеч. Такой головной убор придаст изысканной элегантности, а вот маленьких шляпок видным барышням лучше избегать. Полным женщинам идут широкополые шляпы с асимметрией. Нарядные модели головных уборов уравновешивают фигуру и отвлекают внимание от пропорций. На сайте Джум соломенную летнюю широкополую шляпу сейчас можно купить за 856 рублей. Ее прежняя цена – 1743, в наличии один размер, есть выбор расцветки. Если вы решили поразить воображение окружающих, вам на сайт AliExpress. Там очень широкополая женская шляпа сейчас продается со скидкой в 34% за 2072 рубля. При желании под этой шляпой от солнца можно укрыться и вдвоем. Цвет темно-серый. На том же сайте классические соломенные шляпы белого, синего и цвета беж сейчас продаются за 341 рубль. Шляпа обладает складной упаковочной конструкцией для удобного хранения в сумочке или рюкзаке, когда она не используется. Удобна в переноске, изготовлена из экологически чистого материала. Размер окружности 56-58 см, идеально подходит для большинства женщин. На сайте Озон большой выбор шляп со скидками. К примеру, шляпа Минаки сейчас продается за 583 рубля. Ее прежняя цена – 1258. Шляпа белого цвета с надписью на полях. На том же сайте черную шляпу Nothing But Love с черно-белыми полями и черным бантом сейчас можно купить за 1474 рубля. Раньше она стоила 2290. На сайте Bonprix соломенная женская шляпа кремового цвета с белой лентой сейчас продается за 1490 рублей. Размер окружности 55,5 сантиметров. Выбирая шляпу, нужно ориентироваться не только на рост, но и на форму лица. Существует 4 основные формы – овальная, круглая, квадратная и вытянутая. Женщинам с овальным лицом идут все виды шляп. Овальная форма считается идеальной и не требует коррекции. Женщинам с правильными некрупными чертами также будут к лицу небольшие очаровательные шляпки в стиле ретро. Круглолицым барышням не следует носить маленькие шляпки, котелки и таблетки, которые подчеркнут округлость, а соломенные модели шляп в деревенском стиле слишком простят круглолицых барышень. Чуть вытянут визуальное лицо классические шляпы графической формы с высокой тульей. Поля могут быть разной величины, и если будут чуть загнуты вверх, тоже хорошо. Женщинам с квадратным лицом, наоборот, следует избегать графичных высоких шляп, потому что они подчеркнут тяжеловатый подбородок. А вот широкие поля и плавный верх сразу смягчат форму лица и придадут ему округлость. Женщинам с узким вытянутым лицом не идут шляпы с высоким верхом, визуально удлиняющим лицо. Исключение составляют модели, которые выглядят на пару размеров больше. А вот модели, плотно прилегающие к голове и имеющие элементы декора, цветок сбоку, бант и другие украшения, визуально расширят лицо. Асимметричные шляпы также будут гармонично смотреться с данным типом лица. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами!